Так что да, кратко, если расскажу, эти вилы предназначены для ребят, для вилочных погрузчиков, чтобы по дому ими возить ребят. Ими эти какие, как я хочу сказать, нельзя возить. Надо разработчику сделать так, чтобы эти вилы можно было бы снимать или изменить их концепцию, чтобы они были острые. А какие были такие, чтобы их можно было тык на них, они оставались на них. Как фермы. Если кто играл в ферму симулятора, не знаю, как их видел, говорю. Так что я сейчас покажу, как я их грузил для того, чтобы прицеп. Все вы знаете, наверное, о модах. Так что, говорят, я не буду. Ну, если кто посчитает, что это 4, пусть считает. Потому что я пробовал и вилами, и пробовал мод установить на доски. Вы знаете, есть такой мод, который дает доски в эту игру. Добавляя доски в эту игру. Кстати, можно попробовать еще досок и прицепа перекатить оставшуюся машину. Как вам такая идея, пишите в комментах. И можно сделать, так сказать, такой мигайка. То есть, чем... Что там, блин? Что он лимка, как воля? Так, ладно. Я как обычно выключал потребности, чтобы он не умер. Забыл их включить. Ну да ладно, не суть в том, ребята. В этом гайде бы с вами попробую заработать денег. Денег заработать немало. 3500. Он дает за это денег 3500. Это, кстати, немало. Мне больше, чуть-чуть больше, чем за дрова, кстати. Чуть-чуть. Дрова нам дают 2000. Ой, 1200. Точнее, 3200. А тут дают там аж 3500. Ну, это, в принципе, 200 больше, чем за дрова. Ну, блин. Если делать, если разработчик или мододелый какой-нибудь мод, который заменяет эти вилы на специальные вилы, которые только тут для тихов, ну, в принципе, тогда будет круто, тогда больше будет. Так. Потому что наша текущая скорость с прицепом. Потом их подъем уже, я не знаю. Все скоро. Их много на основе, так что они сейчас все собирают. Ездят по карте. В принципе, если, как я понял, все-таки они не во всех местах лежат, только в двух, а может еще где-то. Так что пишите в комментариях. Я попробую сейчас за это получить деньги. Он как раз эти 6000 самое то. 3000. Потом тут пишет что-то, часы. Где еще могут быть? Как я понял, надо все собирать. И эти. Их в общей сложности должно быть 30 штук. Он мне это не сказал. Мы сейчас навезем. И попробуем. Может, все-таки он сейчас уже нам скажет про диски. Ладно, мы их сейчас навезем. Может, я что-то неправильно, так что не пишите в комментариях. Но машины проще. Самое прибыльное в этой игре там машина, ребята. За машину 2000 рублей. Что там все трещит, что-то пытается рассказать.
разговаривают, но мы сами. Блин, пускай бы русификат сделали нормально, да? Чтобы можно было играть. Друзья, пускай бы она уже с бета вышла. Чего так колбасит у меня? Либо я. Какие-то все на полях, которые... Жаль, что я не смогу. Точно, что знаю, что будет хорошо, блин. А все остальное я не знаю. Блин, вчера музыка отоправ музыку. Ну все. Заранее эту работу. И нам сейчас денег не дать. Да, кстати, вышел мод на этот, патч на мод на железку. Много гигабайтов. Так что... Если вы хотите это задание выполнить, ребята, если... Просто трактор не поможет вам в этом задании. И неудобно. Ну, вы можете посмотреть вчерашнее видео. Где я пытался. Ну, у меня, кстати, получилось. В принципе, желание можно вилами. Но это муторно. Ладно, ребят. А ты туда приеду я. Вот, ребят, отброс это. Понял. Просто останавливаем все вокруг. Да, на всякий случай уже заглушим мотор. Ну, пусть работает на малых дорогах. Вот так вот я там берем. А вот, короче, такие, как я понял. Нам нужно доставить туда. Ну я не знаю, можем мы сейчас доставлять туда, конечно. Вот это еще вопрос. Просто это, вот этот флагин устанавливаем, который дает нам силу. Ну, то есть я могу просто его нажать, и все, вот, берем, короче, вот 11. Берем вот так вот тут, короче. И просто выше поднимаем прицеп. Он тык. И вот собираем их таким путем. Только таким путем я их вижу смысл подбирать. Потому что другим путем их, ребята, реально невозможно. Может, конечно, есть еще какой-то способ, ребят, но... Если кто-то знает, ребят, каким еще способом их можно подобрать. Хотите, мы сейчас это все навозим, да? Он это потом возьмет и нам заплатит. Это вообще будет шикарно. Сейчас вернусь. Вернемся обратно. Ох, охонечки, вот так вот, ребята, мы берем 15 тут. Аккуратненько, шлепс туда. Прям вот так вот, ох, красиво. Их, короче, я думаю, их надо вот так вот на... Не как они сейчас, да, вот лежат. Вот еще один тюк. Короче, вот эти тюки надо, ребята, отвезти этому кренделю. Этому чудику, который там стоит, бродит. Я не знаю, это правильно я все это делаю, конечно.
насчет штата, ладно. Принстон. То, что я читом пользуюсь, это. Потому что, еще раз говорю, по-другому их не взять. Их реально по-другому. Если только, знаете, как можно делать. Помогать себе. Или действительно кем-нибудь этим. Или знаете, как можно. Давайте это 15 тысяч лайков, и я попробую не использовать этого плагина, который использует плагин. Их как-то вот накрыло, потому что они так-то не садятся. Неплохо, в принципе, наверное. Или даже лёжа. Ну, лёжа, мне кажется, хуже. То есть, не стоя, как я сейчас, а лёжа. Вот с той стороны его бы поставить, конечно. Еще место есть, блин, но он не ляжет, вот это тварь. Его надо как-то... Ну, блин, может как-то можно, ну-ка. Это только как-то. А, больше только можно, ну. Давай сейчас... О, вообще идеально. То, что доктор прописал. Может, перелом, ну ладно. Ай, стой. Тогда еще прям. Тогда вот сюда ляжешь. О, все идеально, о. Сейчас немножко пошевелим вот этим таком. Ой. Тихо ты. Ну ладно. Другой, ну ладно. Вот так. Эх. Вот так вот имбирится. Примерно грузится. Тупо, да? Ну, если нет, ну, поправить, конечно, вот. Все-таки я считаю, надо их стоя класть, чтобы они влезали все. Вот. Здесь мы это все довезем. И ничего не потеряем, теперь опять. Так. Да, все сбил. Ну, куда-то. Неудобно, а если их клик, опять на ту же кнопочку нажимаем. И все, теперь подходим. Да что ты не закрываешься? Закрываем. Надеюсь, мы их не потеряем по дороге, конечно. Вот так вот, ребята, едем дальше. Переедем обратно, ребята. Идем обратно. Как я туда дойду, я там уже тоже слушаюсь там. Ну шо, ребят, ладно, я сейчас не уже этого получается. Только я не знаю, правильно это я все понял. Короче, сейчас мы опять включаем этот плагин очередной. И берем эти чуть-чуть. Короче, если есть какая-то возможность их как-то по-другому выйти, то вы это пишите в комментариях, как можно по-другому их загрузить в эту прицеп, не пользуясь каким-нибудь плагином. Ну, так прикольно откатить эту тварь. Парижа. Ну так ты будешь падать, нет? О. Так ты. Стой. Вот так вот и хоп. Да, мы походу его потеряли, я даже жадил. Тут как только кочек пойдет, короче. Это я. Не знаю, нормально я ходу. Блин, они все раскатываются, тварь, ну. Блин, как-то жить-то положили здесь нормально, ну. А вот ты дышишь. Ну, все разломало. Багом, блин. Ну ладно, короче, пофиг. Тут вот их привезти все-таки сюда.
то пока нам не удастся полно вырвать. Ну ладно. Подальше от него встаем. Так что вот так вот, ребята. Ой, я опять забыл микрофон. Ну, я пока еще не буду прощаться. Я сейчас всех оставшихся там отвезу. За кадром, так сказать, ребята, да? Посмотрим, что он нам скажет и сколько нам даст, если даст, конечно. Так что давайте не забывайте подписываться на канал.